Это центр развития «Чудо-остров». Уже четвертый год социальный предприниматель подтверждает свой статус и получает господдержку, благодаря которой в центре появилось интерактивное оборудование. С его помощью дети лучше запоминают фигуры, цвета, а более старшие учатся работать в команде, тренируют память, логику и внимание. Здесь созданы две группы полного дня для детей с 2 до 7 лет и есть бассейн для занятий грудничков и дошкольников. Ежедневно в бассейне проводят занятия опытные тренеры. А вот центр Бонифации в текущем году уже откроет свой 3-й филиал. В настоящее время в оздоровительном водном центре могут заниматься как дети с особенностями развития, так и взрослые. Кроме того, центр сейчас активно развивает такое уникальное в регионе направление, как ВАЦУ. Это реабилитация взрослых, одна из форм акватерапии. 1 час занятия может заменить 4-часовой сон. Кроме того, к запуску готовят помещение для занятий с недоношенными детьми. Здесь будет располагаться ванная для бесконтактного плавания с инструктором, и температура воды будет адаптирована под каждого маленького пловца. Малышку Сашу привели в реабилитационный центр «Шаг за шагом» не так давно. Девочка с трудом держала равновесие. Сейчас все в порядке. Кстати, здесь также закупили оборудование на средства грантовой поддержки. Здесь оказывают помощь по реабилитации детей с различными нарушениями в развитии, а также детей с ДЦП. Сейчас в штате порядка 11 сотрудников. Большинство из них – узкие специалисты. Именно комплексный подход и концентрация таких врачей в одном месте дает высокие результаты. Научились вставать на коленки, научились вставать на ножки. Поддержка малых предпринимателей – одно из важнейших направлений работы Центра «Мой бизнес» и нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». 28 июня в парке «Центральный» в рамках недели социального предпринимательства пройдет ежегодный фестиваль «Лучше всех», который так полюбился жителям краевой столицы. Ирина Корчагина, Мария Костылева. День с толком.